Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов на час под названием SHAFT Trend. Данная стратегия на 1 час позволяет совершать сделки с экспирацией в 3 часа на графике H1. Используются в данной стратегии простые индикаторы, некоторые из которых основаны на скользящих средних. И также в ней есть простые правила, о которых поговорим далее. По сути, данная стратегия является сигнальной, так как входы в сделку совершаются после появления стрелочек, которые подтверждаются фильтрами из подвала. Поэтому первым рассмотрим именно сигнальный индикатор. Как уже говорилось ранее, некоторые индикаторы основаны на скользящих средних, и сигнальный индикатор один из них. Поэтому настройки данного индикатора довольно просты, и в них указывается только тип скользящей средней и ее период. Типы скользящих средних можно оставить на единице, и это будет значить, что используется простая скользящая средняя. А периоды по умолчанию идут как 5 и 8, но при желании их можно поменять. И лучше так и сделать, так как с этими периодами появляется довольно много ложных сигналов. И поменять их можно, к примеру, на периоды 18 и 36. И как можно видеть, сигналов стало намного меньше. Следующий индикатор также построен на скользящих средних, но помимо этого в него добавлены и циклы, поэтому он работает немного по другому алгоритму, и настройки в нем можно не менять, так как они являются довольно точными. Следующие два индикатора являются подвальными, и один индикатор не имеет никаких настроек, а второй индикатор, несмотря на то, что выглядит точно так же, имеет некоторые настройки. И единственное, что стоит поменять, это настройки алертов, но в данном индикаторе они не будут особо полезны. Теперь можно перейти к правилам торговли по данной стратегии. И несмотря на то, что в данной стратегии есть несколько индикаторов, еще одним индикатором является тренд. И если вести торговлю только по тренду, то результаты будут намного лучше. О том, как правильно торговать по тренду и как его определять, можно узнать из нашего видео, ссылка на которое находится в правом верхнем углу. Говоря о самих правилах, для покупки опциона Call необходимо, чтобы появилась белая стрелочка, направленная вверх. Индикатор циклов находился в зоне перепроданности, то есть ниже уровня 25, и два подвальных индикатора должны быть белого цвета. Покупка опциона Put происходит после появления красной стрелочки, направленной вниз. Также индикатор цикла должен быть в зоне перекупленности, то есть выше уровня 75. И подвальные индикаторы должны быть красного цвета. Экспирация в обеих случаях используется в 3 свечи, то есть в 3 часа, так как торговля ведется только на часовом графике. Неплохим примером для покупки опциона Call по валютной паре евро-иена может послужить данный сигнал, который образовался уже после того, как локально тренд немного поменялся и начал направляться вверх. Также индикатор цикла находился ниже уровня 25 в зоне перепроданности, и два подвальных фильтра были белого цвета. И по итогу после закрытия сигнальной свечи можно было покупать опцион Call с экспирацией в 3 свечи, что принесло бы прибыль. Хорошим примером сигнала для покупки опциона Put может послужить участок на валютной паре евро-новозеландский доллар. И в данном случае тренд менялся и становился нисходящим, так как были обновлены экстремумы. И на коррекции появлялось много сигналов, но только один из них соответствовал всем правилам стратегии. И по итогу у нас есть красная стрелочка, направленная вниз. Также индикатор циклов находится выше уровня 75, то есть в зоне перекупленности. И два подвальных фильтра стали красного цвета, а значит можно было покупать опцион Put с экспирацией в 3 свечи. И в заключении, как всегда, хочется сказать о том, что если вы собираетесь использовать данную стратегию на реальном счету, то ее обязательно стоит протестировать на демо, чтобы разобраться в работе тренда и ее сигналах. Также никогда не забывайте про правила money management и риск management, которые всегда могут спасти ваш депозит. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. И нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!